Приветствую друзей и гостей моего канала. Ребята, я сейчас нахожусь в магазине Fix Price. Сегодня у нас 31 января, это город Красноярск. Решила в конце месяца прогуляться по магазину и посмотреть, что из новинок появилось. Всем приятного просмотра. Давайте просто быстренько покажу вам детские товары, детский отдел игрушек, что у нас здесь появилось и что у нас здесь есть. Увидела вот такие красивые интерьерные таблички. Производитель Россия. Материал дерево, фанера береза, картон, шпагат джутовый и размер 220 на 220 миллиметров. Цены пока тоже не нашла. У нас есть в трех вариантах. Вот такой Home Sweet Home. Следующая табличка «Счастье в дом». И вагон и маленькая тележка. Таблички еще и переливаются. Увидела еще вот такие красивые деревянные открытки. Цена у них 77 рублей. Большой ассортимент. Открытка с днем рождения. Предназначена для детей от 3 лет и старше. Производитель Москва. Состав фанера, картон, пакет. Есть еще такая открытка с днем рождения. От всего сердца, от всей души, с тортиками, на сладкую жизнь. И открытка «Поздравляем». Выполнено все очень аккуратно. В одном из обзоров показывала вам ополаскиватель для полости рта Colgate Plax «Алтайские травы». Сейчас у нас еще появилась свежесть чая и цена 99 рублей. Решила задержаться около отдела с зубными пастами. Представлен большой ассортимент и нашла по 53 зубную пасту «Знахарь» с серебром в трех вариантах. Укрепление пародонта, лечебные травы и морские минералы. Зубная паста «Знахарь» создана на основе современных очищающих компонентов. Эффективно помогает сохранить зубы и десны здоровыми, обеспечивает ежедневную профилактику кариеса. Изготовитель «Россия». Зубная паста «Парадонтол» в двух видах у нас представлена. Комплексный уход за полостью рта, профилактическая зубная паста тройного действия и паста «Сенситив». Бережный уход за чувствительными зубами и деснами. Не содержит хлоргексидин, пероксиды, без фтора. Объем зубных паст 124 грамма, изготовитель Москва, цена 55 рублей. Из новинок у нас появилось средство для мытья посуды с бамбуковым углем. Объем 1 литр 200 миллилитров, производитель город Москва. Также есть еще такое же средство с содой и с лимоном. Эффективное действие в теплой воде, легко смывается, не содержит фосфатов, хлора, абразивов и растворителей. Увидела на полочках кондиционер для белья «Золотая орхидея». Это у нас «Флекси». Изготовитель Московская область. Объем литр 25. И цена 55 рублей. Он и раньше у нас был, просто такого не было аромата. Сейчас есть «Золотая орхидея». И кондиционер «Цветочное искушение». Я себе уже покупала такой кондиционер. Если сравнивать, конечно, его с Вернелью, он более жидкий. Но мне он понравился за свою цену и при своем объеме он неплохо работает. В отделе косметических аксессуаров нашла вот такой пенал с резинкой. Цены пока на него я еще не вижу. Изготовитель Китай. Состав: внешняя часть поливинилхлорид, полиуретан, внутренняя часть полиэстер. Молния, сплав цинка и нейлон. Есть в черном цвете.
в ярко-зеленом и вот в таком синем. Покажу, что еще у нас есть. В общем-то, ничего новенького у нас сюда не привезли. Все те же китайские расчески из дерева, из пластика, резиночки. Спонжи, пилки, кисти. И в ассортименте станки для бритья. Жилет женские и для мужчин. Также есть бик и рапира. Привезли разных цветов шапки женские с пампушками. Цена 199 рублей. Есть в оранжевом цвете, в красивом винном. И причем пампушки очень отличного качества. Не отличишь от настоящего меха. Цвет пыльной розы. Синий с коричневой пампушкой. Шапки очень классные. Производитель Малокарачаевский район, Россия. Подошла к детскому отделу показать, вот такую милоту нашла для наших маленьких малявочек. Носочки натюр. Так, на 12-14, я так понимаю, это размер ножки. Сделано в России. Состав хлопок 82%, эластан 2%, PA 16%. Цена 53 рубля. Есть в беленьком цвете с розовым. И в таком красивом желтеньком серым. Также из детских носочков нашла еще по две пары Зувей. Детские носки хлопок, две пары. Цена 99 рублей. Производитель Китай. Состав 67% хлопок, 33% полиамид. В нескольких вариантах. Черный с синими котятами. Есть вот такой темно-серый. Голубой. Светло-серый. И, по-моему, все. Здесь лопатка кулинарная для блинов. Также изготовитель Китай, фирма Kitchen. Вот так выглядит сама лопатка. Кстати, у нее ровные края. Если верить ценнику, то она стоит 55 рублей. Состав полипропилен, нейлон. Лопатка кулинарная 25 сантиметров, изготовитель Китай, также фирма Kitchen. Пришли они у нас в новом дизайне. Состав силикон полипропилен. Есть лопатка желтая, фиолетовая, в синем и зеленом цвете. Цены не нашла, но предполагаю, что 55 рублей. Снова к нам завезли конфетницы с крышкой. Цена 99 рублей. Конфетницы очень симпатичные. Все выполнено очень аккуратно. Это фирма Kitchen Китай. Увидела на полках набор банок для хранения сыпучих продуктов. 3 штуки. 2 штуки объемом 0,5 литров. 1 штука 1 литр. Цена 149 рублей. Модульная система хранения. Надежно фиксируется друг на друге. Имеет мерную шкалу. Есть в розовом цвете. С крышками мятного цвета. И есть крышки черного цвета. Изготовитель Россия. Состав ПЭТ полипропилен. Такая система будет удобна для хранения. И на сегодня это был весь обзор. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.